If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. 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 If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. Baby, never mind. Baby, never mind. Alright, I'm ready now, ready now. I ain't gonna fall back now, no. Alright, I'm taking on, taking on me, taking on me, baby. All I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take it with me, But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. We'll be right back.
Люксор? Да, да. Ну як? Як наче під катком побував, чи ні? Ну, есть такое немного. Но мы, в всяком случае, мне кажется, играли лучше, чем прошлую игру. Mm-hmm. И вообще старались, все ребята все бегали до конца, просто соперник очень сильный. Очень сыгранные ребята и техничные, сложно с ними играть. Да, но я как бы не сильно, немного расстроились, но мы в конце даже забили 3 гола. Мне кажется, концовка была за нами. Ну и пару моментов, где они нас свалили, ну пару, когда мы могли гол забить, сейчас мы не свалили просто, ну, такое, то есть, много-много, мчи грязные они играли, мне кажется, потому что 6 фолов даже сделали, это тому подтверждение. Ясно, ну, что ж, вдавалося сьогодні, чи ви так до цього матчу поставились, як ми просто набуваем цінний досвід? Ми старались, хотели, конечно, выиграть, но... И не расстроились из-за поражения. Учимся у ребят играть, как открываться, более больше пасов делать. То есть на одном игроке не вытянешься. Мы больше старались пасоваться, даже вот потом, мне кажется, где-то контролировали больше иначе. Но начало явно, они просто забрали инициативу. Ну, дивились перед цим Ігорем Базе? Да, немножко смотрели. Як? Не страшно було виходити? Ну, все страшновато, там двое ребят бегали, вообще одну игру все 40 минут без замен, мы нашли монстры какие-то, мы не знали даже. Мы старались внимательно играть, привели побольше людей как бы с заменами, то есть, ну, где-то у нас получилось, мне кажется, на процентах на 70, ну, точно мы хорошо сыграли, просто не соперник посильнее явно был пока что. Сыграемся еще, думаю, в будущем получше уже будет. Ну, наступного гра, я думаю, буде легше однозначно, да? Думаю, ну, мне кажется, это самый сильный из игры соперника вообще в этой нашей группе. Еще команда Leaders, очень, по-моему, сильная очень. И, ну, мы будем стараться, во всяком случае, побеждать. Ясно, дякую. Спасибо. Всем командам. Базе сьогодні не брав участь у грі, але уважно спостерігав. Ну, задоволені, все завдання виконано на гру. В принципі, да. Ребятами доволен, командой доволен. Игра пошла сразу в первом таймі, забили там 4 или 5 голов, все хорошо, все получалось. Вот. Ну, в принципі, все хорошо. В конце немного ослабили, поменяли нескольких игроков, у нас вышла четверка послабее, дали возможность ребятам, ну, сопернику проявить себя и забить несколько. Тобто пошкодували, нехай хоча б декілька голів заб'ють, щоб не так неприємно. Да. Всем спасибо, соперникам спасибо, хорошая была игра. И хочу отметить, у соперника очень хороший воротарь. Дякую, вітаю з перемогою. Да, спасибо.